В Одинцовском округе завершается ремонт двух медицинских объектов – Акуловской амбулатории в Кубинке-10 и Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы. Готовность объектов составляет 98% и 99% соответственно. Также сейчас ремонтируют 7 операционных в клиническом центре восстановительной медицины в Звенигороде. После завершения работ в него временно переедет хирургический корпус Одинцовской областной больницы на период проведения комплексного ремонта всего здания на улице маршала Бирюзова. Глава Одинцовского округа поручил представить дорожную карту по выполнению данных работ.